27 апреля, город Оха. Снег метет. Ну, это обещали вчера вечером, как бы, снегопад. Ну, на данный момент около 8 утра сантиметров 20 уже есть. И он идет и идет, не переставая. Еще и с небольшим ветерком. Вот ребенка на санках отвез. Вот, ну, к вечеру, не знаю, так же, наверное, может будет и больше. Если будет целый день, если будет снежок так топать. Так, ну это вот снег еще, который у нас был. А здесь уже практически вот под нами уже были дорожки, то есть видна была уже земля. И вот за ночь насыпало сантиметров 20. Ну это нормально, как бы, скажем так. Вот. То есть вот такие вот дела. 27 апреля. А я уже возле тещи снежок там пораскидал. По 3 метра. Ну ничего, будем надеяться, что это все пройдет. Хотя вряд ли. Сегодня как бы не обещают улучшений. Ну пускай идет, что. Вот такая вот у нас весна.